Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча, она называется «Искушение Будды». Однажды Ананда спросил Будду о нирване, и Будда рассказал ученикам об искушении Мары, который пытался совратить его с истинного пути спасения. «Когда я стал просветленным, подступил ко мне злой Мара со словами: „Погрузись теперь в нирвану, великий. Погрузись в нирвану, совершенный. Время нирваны наступило теперь для тебя“. И сказал я злому Маре так: „Я до тех пор не погружусь в нирвану, пока не приобрету себе учеников среди монахов, мудрых и сведущих, вещих слушателей. Я до тех пор не погружусь в нирвану, злой дух, пока не приобрету себе последовательниц среди монахинь. Я до тех пор не погружусь в нирвану, пока святое, мною преподанное учение не окрепнет, не упрочится, не усвоится всеми народами и распространяемое все далее и далее не станет достоянием всего человечества“». Мара предложил Будде господство над землей, над всей землей, за отказ от своего призвания. Он искушал великого своими дочерьми, имена их — вожделение, тревога, похоть. Ибо Мара воздействует на тщеславие и плотские стремления человека. Вот такая буддийская притча, она называется «Искушение Будды». Пока-пока, до свидания.